Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Джек Фрост, это просто Джек Фрост. Мы сегодня посетим казино «Четыре дракона». Вот он находится в Лас-Вентурисе, насколько я понимаю. Вот даже одна отмечена. Вот ориентир рядом аэропорт. Сейчас мы туда переместимся. Но я на джекпаке полетел, там очень долго лететь. Смотрите, магия телепортации. Опа, и мы здесь. Здесь, понимаете, я читал информацию, смотрел информацию, смотрел видео по этому казино «Четыре дракона», узнал то, что заправляет китайцы, то есть в частности мафия Триады, и поэтому Гонконг. Вот казино «Четыре дракона». Но меня заинтересовало другое. Как было сказано в каком-то видео, то что в катсценах не отображается, но они отображаются, только в миссиях отображаются скрытые локации этого казино. Сейчас посмотрим. Я как бы два варианта сейчас посмотрел. Вот сейчас без остановки этого мода, вот мы заходим в казино, соответственно. Мы заходим в казино, вот смотрите. Вот смотрите, вот эти вот двери, вот эти здесь скрытые локации. Сейчас ничего не отображается абсолютно. Тут можно посмотреть, что тут. Ну тут, как всегда, игровые автоматы, там однорукие бандиты, там все дела. Ну ладно, это я шучу, это шутка, друзья мои. Тут рулетки, покер, рулетка, колесо удачи. Милая дама нам говорит сделать ее ставки. No, thank you. Мы ей говорим спасибо, не надо, мы не за этим сюда пришли. Да ладно тебе, леди и джентльмены, хорош. Спасибо, конечно. Ну, я еще раз повторюсь, мы не за этим пришли, а вот посмотреть, что за этой дверью. Как бы вот так вот. Тут видите, такие охранники в черном плаще. Даже в черном пиджаках ходят. Ну, как бы. И вот после установки мода я установил, и мы теперь имеем уникальную возможность посмотреть. Автору, конечно, респект сразу. Тут надо сразу вперед проходить, иначе будет так перебрасывать. И что же мы видим? Зашли за кулисы, тут сломаны автоматы, сломана техника. То есть, понимаете, по сути своей ничего такого особенного. Да, там маркер отображающий еще. Скорее всего, второй еще можно зайти. И вот обратите внимание, сейчас в это. Вот там вот мужик залип на интерьеры. Не, ну, может, не этот мужик. Ладно, короче говоря, смотрите. Проходим следующую дверь. Вот. И вот что мы видим. Это как бы, скорее всего, такая комната для босса, когда он там отдыхает. Знаете, есть такие вот служебные помещения. И тут выход. Там мужик залип, такой, а, чё, какая красота. Ну да. Ну, короче говоря, вот так вот, друзья мои. Даже вот смотрите еще раз. Там написано staff only, то есть по сути своей там просто инструменты, там взломанные автоматы, там и так далее, там подобное. Ну, как знаете, вот в театре есть интерьеры, вот те, которые не нужны, складывают в определенных складах, чтобы люди не видели. И вот написано вот даже staff only для обслуживания персонала. Ну вот так вот, друзья мои, автору еще раз респект, уважуха. А кому видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. С вами был Джек Фрост, всем пока-пока. Ссылки все будут в описании, соответственно.